Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кириллов, вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня с новой серией на проекте Amazon Holy Play. Сегодня, пацаны, будет интересное видео, которое у меня очень просили записать. Поэтому смотрите видео от начала до конца, ставьте лайки, там подписывайтесь на канал. И давайте наберем наконец-то 19 тысяч подписчиков, потому что я очень хочу увидеть эту цифру на своем канале. Давайте реально, кто не подписан на канал, просто сейчас возьмите, подпишитесь. Я вам буду очень сильно благодарен, потому что на 19 тысяч подписчиков я сделаю очень классный конкурс, поэтому кто не подписан на канал, обязательно подписывайтесь. Также можете вводить по промокод, пишите вместе капсом Кирилл Гейм. На 5 уровне получите 50 тысяч, на 10 уровне вы получите 100 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом сервере Amazon Holy Play. Итак, пацаны, сегодня будет долгожданное видео, о котором вы меня просто постоянно просите и просили записать, а именно про финку моего нового бизнеса — магазин оружия. Я хотел это отложить немножко, но вы реально мне просто и на стриме спрашиваете, и под каждым видосом спрашиваете про финку. И сегодня я вам уже все покажу, расскажу подробно, сколько я заработал, сколько он несет в день, доволен я, недоволен. Сегодня я это все вам расскажу в видосе, поэтому смотрите видос, там ставьте лайки, реально подписывайтесь. Сейчас поедем на елике, получается, в Арзамас, именно там находится мой бизнес. Надеюсь, я не зря записываю это видео, потому что, блин, на прошлом видосе вообще был очень плохой актив. Надеюсь, то, что на этом видосе будет актив намного лучше и больше, потому что прошлый видос, я его снимал 3 дня, и в итоге там просто 500 просмотров и 80 лайков, пацаны. Вот это реально очень было неприятно, потому что я 3 дня потратил, я на монтаж потратил там около 2 часов, и просто видос не зашел, реально, просто не зашел. Не знаю почему, хотя видос получился классный. Но я надеюсь, то, что это видео вы хотя бы оцените, поставите здесь лайк, там, напишите комментарий, реально нужна очень сильно ваша поддержка. Все, я уже успешно доехал до своего бизнеса. Вот мой бизнес, магазин оружия в Арзамасе, именно, пацаны, запомните, именно в Арзамасе мой бизнес находится. Сейчас вам еще покажу навигатор, где он находится. Давайте я машинку вот сюда припаркую. В принципе, думаю, будет нормальное место. Итак, вот мой бизнес, магазин оружия в Арзамасе. Давайте покажу, как в GPS его найти. Пишите GPS, получается, потом выбираете 7-й пункт бизнеса, 9-й пункт магазины оружия, и вот здесь выбираете вот 3-й бизнес. Family Kirill Game — это именно мой бизнес, который находится в Арзамасе. Вот можете посмотреть, госцена у него 45 миллионов, владелец я, крыша — русская мафия. И что самое главное, пацаны, у меня самые дешевые цены на оружие просто. Дешевле вы не найдете. У меня самое дешевое оружие на серваке, именно из бизнесов. Как бы на проекте есть 3 бизнеса, магазин оружия, точнее на серваке. И у меня самые дешевые цены, пацаны. Поэтому, кому нужно оружие, там, броники, можете приезжать именно ко мне, потому что цены реально хорошие. Вот, дробовик 18 тысяч, броник 13 тысяч, это вообще просто копейки, это недорого. Вообще, какой самый большой минус этого бизнеса? Как я считаю, самый большой минус этого бизнеса — это именно его оплата. Оплата в день, оплата в сутки. Почему, вы скажете? Да потому что я вчера оплачивал бизнес за 10 дней, и за 10 дней я отдал 1 миллион 500 тысяч. Потому что в день здесь нужно платить, получается, 6 тысяч рублей в час. В час, пацаны. В час нужно платить 6 тысяч рублей. Это довольно-таки немало. Я не помню, сколько за особняк нужно платить. По-моему, 5 тысяч рублей, да, за особняк нужно платить. А здесь 6 тысяч рублей. Можете вот сами даже посмотреть. Оплата как бы в месяц выходит 4 миллиона 300 тысяч. 4 миллиона 300 тысяч вы платите просто в месяц за оплату бизнеса. Это очень много, пацаны. Это реально очень много. И вот это самый большой минус данного бизнеса. Потому что я вчера просто лям 500 отдал за оплату. Ну а так, в целом, больше минусов у этого бизнеса нету. Вот только оплата минус, и все. А так, в целом, мне бизнес на самом деле нравится. Реально прикольный бизнес, как бы я им доволен. Давайте покажу вам наконец-то финочку данного бизнеса. Это, я думаю, самое интересное для вас. Говорю сразу, пацаны, на это можете не смотреть. Как бы это не пример.
Бизнес я вроде бы купил 24 числа, точнее обменялся. Кстати, кто не видел, как я обменялся бизнесами, то ссылку на это видео я оставлю в описании, чтобы вы посмотрели. Итак, вот смотрим. Я бизнес купил 24 числа, если не ошибаюсь. И сколько я им владею? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Сегодня 12 день, как я владею этим бизнесом. Как бы финка, пацаны, вы скажете, фу, финка говно. Мы думали, тут финка хотя бы лям в день, это магазин оружия. Нет, пацаны, на самом деле здесь финка нормальная, просто в чем минус, пацаны? Минус в том, то, что сделали вот эту новую систему, как бы, финки. То, что тебе завозят продукты, и у тебя финка уходит в минус. Как бы, да, есть такая тема. Вот, даже можете скриншот посмотреть, у меня финка была за день 1 миллион рублей. 1 миллион рублей была финка за день. Но потом мне завезли продукты на 400 тысяч, получается, и финка стала 600 тысяч за день. Понимаете, вот в чем весь прикол. То есть бизнес, он несет в день там 600-800 лям. Реально, он несет такую прибыль. Но, пацаны, завозят продукты, и статистика просто меняется. Как бы у тебя финка за день 600 тысяч, тебе завозят продукты, у тебя финка за день будет показывать 200 тысяч. Типа чистая прибыль. Да, пацаны, понятное дело, то, что в 24/7 у меня финка была больше. Я как бы это не отрицаю, то, что в 24/7 финка была больше, но там и продуктов уходило больше. Там в день уходило по 10 тысяч продуктов, а здесь в день уходит 4 тысячи продуктов. Как бы я считаю то, что в принципе они одинаковые, по сути. Давайте, я думаю, посчитаем, сколько я вообще заработал за 12 дней, и уже будем как бы делать какие-то выводы. Я выскажу свое мнение вообще, доволен я бизнесом, недоволен, буду я его продавать, не буду. Все, я вам это расскажу чуть позже, а сейчас давайте посчитаем, сколько все-таки я заработал за то время, сколько я владею этим бизнесом. Ну что ж, пацаны, я все-таки посчитал, сколько я заработал. Ну, я не знаю, это хорошо или плохо. Но я считал именно прибыль по, получается, статистике, вот этой, что я вам показывал. Именно по этой статистике я считал, сколько мне он принес за 12 дней. И сумма вышла 4 миллиона 590 тысяч. То есть, это за 12 дней примерно он мне будет нести в месяц 15 миллионов. То есть 15 миллионов в месяц будет мне нести этот бизнес. И что мы получаем? Мы получаем то, что магазин 24/7, который у меня был в Батырево, он мне нес так же самое, 15 лямов, по-моему, в месяц. Я даже об этом говорил. То есть, получается, равноценный был обмен. Возможно, да, здесь финка когда-то будет и больше, чем сейчас. Как бы это не отрицаю. Возможно, там ивент добавят, и здесь будет финка больше, потому что нужно будет оружие покупать. Потому что будет там война семей. Или как там она говорится, блядь. Семейная война, короче, будет. Если так, грубо говоря, сказать. Вроде бы как, я слышал об этом. То, что, типа, на ивенте будет война семей. Типа, надо будет какие-то задания выполнять. Ну, хрен знает, правда это или нет. Может быть и правда, конечно. И как бы можно будет закупаться, как бы, у нас просто, и все. Как бы у нас семья есть тоже. И то, что у семьи есть свой магазин оружия, я считаю, это очень даже круто, потому что можно на ВЧ бегать, можно потом как бы участвовать в разных стрелах. Хотя из меня стрелок еще тот, но в принципе было бы тоже круто поснимать. На самом деле, я вот так думал, то что я такой, чтобы поснимать, знаете, такие нарезочки, типа походы на ВЧ там, либо какие-то стрелы можно поснимать. Потому что вот этот контент, который я снимаю, мне немножко надоело. Типа купил, продал, то показал, то не показал, как-то ну надоело это. Хочется просто какие-то нарезочки делать интересные. Мне кажется, так было бы лучше. Поэтому пишите свое мнение в комментариях. Итог, пацаны, какой? Я, честно, бизнесом доволен и продавать его не думаю. Как бы он мне не мешает. По сути, мне вообще не нужен бизнес, потому что у меня сотый скилл дальнобойщика, у меня есть свой магнум, на котором я могу в день зарабатывать там 2-3 миллиона спокойно за день. Но, с другой стороны, я не всегда играю. Поэтому приятно, когда заходишь на сервак, и у тебя на бизнесе там лежит лям, там 2 ляма. Это приятно, то что если ты даже не играешь, у тебя все равно какая-то прибыль идет. То есть ты не стоишь на месте, у тебя все равно деньги зарабатываются. Это тоже очень круто, пацаны. Как бы двоякие такие ощущения, но
Я по себе знаю то, что я без бизнеса не могу. То, что я люблю, когда у меня есть бизнес, и если у меня нету бизнеса, я буду все делать, чтобы его купить. Хотя бы какой-то бизнес, чтобы у меня он был. Поэтому, пацаны, вот такие вот дела. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, приезжайте в мой магазин Аруша, закупайтесь, и также не забывайте подписываться на канал. Все, пацаны, всем пока-пока.